В 1972 году MIT предсказал крах цивилизации в 21 веке, мы в графике. Предсказание Массачусетским технологическим институтом было сделано еще в 1972 году. Новое исследование подтвердило, что все идет по плану. К падению цивилизации приведет быстрый экономический рост, а деградация начнется уже в середине века. В 1972 году группа ученых из Массачусетского технологического института MIT решила изучить риски краха цивилизации. Их модель, опубликованная Римским клубом, определила пределы роста LTG. Это значит, что индустриальная цивилизация находится на пути к краху, который произойдет в 21 веке. А все из-за чрезмерной эксплуатации планетарных ресурсов. Это исследование вызвало жаркие споры и высмеивалось разными экспертами, искажавшими его выводы и методы. Но теперь оно получило шокирующее подтверждение в новом замечательном исследовании, проведенном директором одной из крупнейших бухгалтерских фирм мира. Предсказание MIT о риске краха нашей индустриальной цивилизации сбывается четко по графику. И это уже не шутка. Поскольку мир с нетерпением ждет восстановления экономического роста после пандемии, риск вылететь в трубу у нашей цивилизации только повышается. Автор нового исследования Гая Херингтон, руководитель отдела анализа устойчивости и динамических систем KPMG, заявляет, что современные пути развития мировой цивилизации ведут к окончательному спаду экономического роста в ближайшие десятилетия. При этом уже к 2040 году может произойти социальный коллапс. Следует отметить, что ее исследование – личный проект, а не выражение точки зрения KPMG. Гае просто стало очень интересно, выдержала ли модель Массачусетского технологического института испытание временем. Высока вероятность того, что человеческая цивилизация подходит к концу, не самая обнадеживающая фраза. Но именно так обстоят дела в современном мире, существовать которому осталось до 2050 года. И существование это, видимо, будет не самым комфортным. Работа Херингтон – это продолжение ее магистерской диссертации в Гарвардском университете, а выступает она в качестве советника Римского клуба. Учитывая непривлекательную перспективу коллапса, мне было любопытно посмотреть, какие сценарии сегодня наиболее точно соответствуют эмпирическим данным. В конце концов, книга, в которой описывалась эта модель мира, была бестселлером в 1970-х годах, объясняет свою работу Гая. Исследование получило название «Обновление пределов роста. Сравнение модели WORD-3 с эмпирическими данными». В более ранних подобных исследованиях люди приходили к выводу, что сбываются самые худшие сценарии MIT, предложенные в модели WORD-3. Последний раз сравнение прогноза с реальностью проводилось в 2014 году. В новом анализе Херингтон исследуются данные по 10 ключевым переменным, а именно – население, уровень рождаемости, уровень смертности, объем промышленного производства, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, стойкое загрязнение, благосостояние людей и экологический след. Она обнаружила, что последние данные наиболее точно соответствуют двум конкретным сценариям BAU2, бизнес и сети, комплексная технология. Сценарии BAU2 и CT показывают остановку роста примерно через 10 лет. Таким образом, оба сценария указывают на то, что продолжать вести бизнес в обычном режиме, то есть стремиться к постоянному росту, невозможно. Даже в сочетании с беспрецедентным технологическим развитием обычный бизнес, моделируемый LTG, неизбежно приведет к снижению промышленного капитала, сельскохозяйственного производства и уровня благосостояния в этом столетии, говорится в выводах исследования. Гая Херингтон подчеркнула, коллапс не означает, что человечество перестанет существовать. Все будет иначе. Экономический и промышленный рост остановится, а затем снизится, что отрицательно скажется на производстве продуктов питания и уровне жизни. Что касается сроков, сценарий BAU2 показывает резкое снижение, которое должно произойти примерно к 2040 году. К сожалению, сценарий, который наименее соответствует последним эмпирическим данным, это оптимистичный путь, известный как
СМЭ – стабилизированный мир. В нем цивилизация следует по устойчивому пути развития и испытывает наименьшее снижение экономического роста, а в его основе – сочетание технологических инноваций и широких инвестиций в общественное здравоохранение и образование. Подобного в современном мире не наблюдается. Стремление к непрерывному экономическому росту ради самого себя бесполезно и самоубийственно. Напротив, технический прогресс и увеличение инвестиций в общественные услуги помогут не только избежать риска краха, но и построить новую стабильную и процветающую цивилизацию, безопасную для планеты и себя самой. И на смену курса у нас есть всего 10 лет. Подписывайтесь на канал «Расширение мировоззрения» и ставьте лайки. Также вы можете поддержать понравившееся вам видео, нажав на кнопку «Спасибо» или оформить спонсорство канала.